ಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಇಷ್ಟದಾಲಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಃ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯಃ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಅಜಾನುಲಂಬಿತಭುಜೌ ಕನಕಾವತಾರೌ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕವಿತರೌ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷೌ ವಿಶ್ವಂಭರೌ ದ್ವಿಜವರೌ ಯುಗಧರ್ಮಪಾಲೌ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರೌ ಕರುಣಾವತಾರೌ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ಶ್ರೀರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುಖದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಬೃಂದಾಯಿ ತುಳಸಿದೇವ್ಯೈ ಪ್ರಿಯಾಯಿ ಕೇಶವಸ್ಸ ಚ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದ ದೇವಿ ಸತ್ತವತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರವಭಕ್ತ ವೃಂದ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ Прежде всего мы, моему Гурудеву, не делила правично омничный пада Аштата Рашата, Шри Шримад Бхакти Шри Рупи, Сиддханти Госвами Махараджу. Я предлагаю свои бесконечные саштанга дандават пранама, склоняясь к его лотосным стопам. Также маму шикши гуру пада падми, не телила правишта омишна пада аштадрашата, шри шри мад бхактиведанти шрилия, нарайни гасвами махараджу. Я предлагаю свои шрадха пушпанджали, возлагаю их к его лотосным стопам. Также прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны. Харе Кришна. Мы слушали о том, как подобно рождению Кришны явился Махапрабху, до Кришны явился Баларам Баладева. Подобным образом, до Махапрабху явился Нитянанда Прабху, неотличный от Баладева Прабху. Нитянанда Прабху явился в Эка-чакре, который также называется Рар-грам или Радха-грам, Радха-деша. Нитянанда Прабху — это покровительствующее божество Сандхини-шакти, то есть энергия бытия, которая поддерживает Господа. Кто может поддержать Господа? Кто может быть таким бытием Баладева Прабху? Поэтому именно он — покровительствующее божество Сандхини-шакти. Кроме того, украшения Кришны, его одежда, синхасана, то, чем он сидит, обувь, зонтик — все эти предметы являются проявлением Баладева Прабху. Он принимает такую рупу форму для служения Господу. И именно этот Нитянанда Прабху, неотличный от Баладева, явился в Эка-чакра-граме до Махапрабху. Мы слушали об этом. Нитянанда Прабху родился в семье Харай Пандита и Падмавати Деви. Принял рождение из ее лона. Кто затем родился после Нитянанда Прабху? Сам Чайтанья Махапрабху. До Кришны пришли его родители Деваки и Васудева, Нанда и Яшода. Нанда и Яшода, Деваки и Васудева, пришли также в играх Махапрабху в Кали-йогу, как Джаганнат Хамешри и Шачимата. Вриндаван Дастакур описывает Чайтанья Бхагаваты. Кикашьяпа Дашарадха Васудева Нанда. Цитата. Кришна нисходит в разные юги. Иногда он появляется как сын Кашьяпы, то есть как Вамунадев. Он также приходит как сын Дашарадхи, то есть как Господь Рамачандра, и как сын Васудевы, как Кришна Чандра. Он предстает так в Мадхуре. И, конечно же, как сын Нанды. Это Кришна Канея в Гакуле. Все эти татвы, то есть все эти родители, Кашьяпа, Дашарадха, Васудева, Нанда,
это отцы Господа, а изначальный источник всех, всех отцов Господа, это кто? Это Джаганнатха Мишра, отец Шичинандана Гаурахари. Ведь Гаурахари — это сам Кришна, украшенный настроением тела и цветом тела Шримати Радарани. То есть как бы тот, из кого все исходит. Подобным образом и его отец Джаганнатха Мишра — это тот, кто включает в себя лучшие качества всех других отцов Господа. Далее описывается мама Шачи, мать Махапрабху, Тана Патни Шачи Нама. Она мать всего мироздания, воплощение преданности Господу, очень верная супруга своего мужа Джаганнатхи Мишры. Таковы родители Господа. Для чего же Он принял рождение от них? Какая цель? Ядай дахи дхармасья. Цитата. Для чего Господь рождается? Когда адхарма воцаряется, и дхарма приходит в упадок, тогда Господь нисходит в этот мир. Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне, «Джанма карма чама дивьям». Цитата. Кришна говорит, «О, Арджуна, дети рождаются. Разве я рождаюсь так же?» Нет. Мы, например, почему рождаемся? Чтобы вкусить плоды своих предыдущих действий. То есть предыдущая карма вынуждает нас родиться. Хотим мы, не хотим, мы все равно родимся, чтобы получить воздаяние за свои предыдущие действия, согласно своей карме. Кришна, Господь, также рождается? Нет. Он приходит по своему собственному желанию, чтобы пролить милость на джив, на души. Поэтому говорится «джанма, карма, чаме дивьям». О, Арджуна, моя джанма, мое рождение и моя карма – деяния. Они трансцендентны, говорит Кришна. Тот, кто действительно поймет эту божественность моего рождения и деяний, не родится более в этом материальном мире, говорит Шри Кришна. Также Кришна говорит «Аджо Бисан Авьяятма». Цитата. Как мы рождаемся? Под влиянием Махамая. Но Бхагаван как рождается? Благодаря своей йога-майе. При ее помощи Господь проявляется в этом мире. С помощью йога-майи. Наше рождение происходит в результате встречи наших родителей, когда муж и жена встречаются как супруги. И наше тело материально. Кичиджал, Павак, Гага Самира, Панчарочита Ати Адхама Шарира. Наше тело состоит из 5 материальных элементов. Оно Адхама, нечистое. Но тело Господа другое, оно Сад Читананда, сотворено из вечности знания блаженства. Поэтому наше рождение отличается от рождения Господа. В играх Кришны, когда он еще был в утробе своей матери Деваки, полубоги возносили ему молитвы. И как он появился? Трансцендентным образом. Так и в играх Гауранги Господь пришел трансцендентным образом. Как? Благодаря слушанию. Например, когда Гурудев дает нам посвящение, мантра проникает в наше сердце. Это семечко преданного служения, Бхакти Лата Биджа. Благодаря Шравану и Киртану, слушанию и повторению, постепенно это семечко прорастает, появляется росток, первые 2 листика, дальше листика, и затем лиана развивается. Подобным образом, так же, как Гурудев дает нам мантру, то есть Господь проникает в наше сердце и постепенно проявляется, так же и Деваки, как обрела Кришну, слушая Харикатху, благодаря Харикатхе, Господь через ее уши проник в ее сердце и затем родился уже. Аналогичным образом, в Гаура-лиле
аналогичным образом в Гаура-лиле тоже рождение Господа произошло необычным способом. Джаганнатха Мишра, будущий отец Махапрабху, увидел необычный сон. Он сказал: «О, Шачи, Шачи, послушай, я увидел прекрасный сон, очень лучезарная, светящаяся личность вошла в мое сердце, а затем переместилась в твое сердце». Это наверняка большая удача. Возвышенная личность станет твоим ребенком. «Я видел это в своем сне», — сказал Джаганнатха Мишра, будущий отец Махапрабху, своей супруге Шачимати. И действительно, в этот же день, когда он рассказал об этом сне, Шачимата забеременела. И вот тогда, так же как в играх Кришны, когда он находился в утробе Деваки, 33 миллиона полубогов возносили ему молитвы, подобным образом в Гаура-лиле, когда Махапрабху находился в лоне Шачиматы, полубоги также возносили ему хвалу. Что они говорили? «Джай-джай Махапрабху, Джанака Сабара». Цитата. Как полубоги славили Махапрабху: «О, Прабху, ты отец мироздания, Джаганнатх. Ради чего ты нисходишь в этот мир? Санкиртана хету аватара». Ради санкиртаны, киртаны, чтобы проповедовать их, ты нисходишь в этот материальный мир. Джая-джая винадхарма садху випрапала. Цитата. Кроме того, о Господь, ты рождаешься, чтобы защитить истину вед, чтобы помочь садху своим преданным и уничтожить непреданных злодеев, воздать им за их прегрешения. Джая-джая Ичхамая Маха Махешвар. Цитата. Кто такой Бхагаван, Махапрабху? Бесконечные миры находят прибежище внутри него. Например, когда мама Яшода спрашивала Кришну: «Кушал землю?» Он говорил: «Нет». «Ну-ка, открой ротик, я посмотрю». Когда он открыл, матушка Яшода увидела все мироздание внутри ротика Кришны. То есть все вселенные покоятся внутри Господа. А он сам где находится? Он сейчас находится в лоне Шачиматы, то есть все мироздание в нем, а сам он в утробе матушки Шачи. «О, Прабху!» — молятся полубоги. «Кто же может постичь тебя? Кому это под силу? Ведь по одному твоему желанию происходит творение, подряжание и разрушение мироздания». Господь Рама пришел, чтобы убить Равана, Кришна, чтобы убить Камсу. Разве была в этом необходимость ради этого не сходить на землю? Ведь он, по сути, мог щелкнуть пальцем у себя в духовной обители, и все больше произошло. В Рамайне, например, Хануман, когда его привели к... Когда он оказался в зале Равана, что сказал? «Я сам могу убить тебя», — заявил Хануман Раване. «Я сам могу заставить тебя замолчать. Но я хочу, чтобы плод этого деяния, чтобы слава этого деяния досталась моему Господу. Поэтому, хотя я могу заставить тебя замолчать, то есть убить тебя, я не сделаю этого». Настолько могучим был Хануман. Ведь это сам Шанкара, Шива. Поэтому полубоги молятся Господу, говоря, что по его желанию одному творятся, поддерживаются и разрушаются вселенные. Зачем же ему не сходить ради, по сути, такой незначительной задачи в материальный мир, как поддержание дхармы, уничтожение злодеев и так далее? Есть особая причина. Господь хочет пролить благо на этот мир, поддержать своих преданных, Ануграхая Бхактанам, явить свои сладостные лилы, божественные развлечения. Ведь Кришна, Рама не зашли, явили свои сладчайшие развлечения, и мы сейчас можем слушать о них. А иначе, о чем бы мы слушали? Слушали бы мы повествование об этом? Нет. Если бы Господь не зашел, Равана смог бы успать Ситу? Нет. А проходило бы Сита испытание огнем потом? Тоже не проходило бы.
Поэтому, чтобы даровать ананду своим бхактам, чтобы даровать блаженство своим преданным, пролить на них крипу, милость, устранить их боль, вирахи, разлуки, Господь нисходит в материальный мир. А так, по сути, Ему не надо нисходить. Он, находясь в своей обители, может все разрешить наилучшим образом, ведь Он Всевышний, Всесильный. После этого полубоги рассказывают, как Господь нисходил ранее, в предыдущей йоге. Сатья-йога Тома Прабху Шукла-Варна. То есть в Сатья-йогу Он приходил в теле светлого цвета, белого цвета. И чему Он учил? Тапа-дхарма, Боджао. Крете Яд-дхайта Вишнум. Господь в Сатья-йогу учил людей на своем примере совершать аскезы. А в Трета-йогу Он как нисходил? Трета-йога Ракта-варна. Господь нисходит с телом красноватого цвета. И чему же Он учит тогда в Трета-йогу? Ягья-дхарма. Он как Ягья-поруша, как Господь, повелитель всех жертвоприношений, учит других совершать яги. Так поклоняется Господу, совершает Ему Арадхану в Трета-йогу. А в Двапара-йогу как Он нисходит? Двапара-мэкашьяма-варна. В Двапара-йогу Господь нисходит темного цвета, как Кришна. И чему Он учит? Пуджа-дхарма, Буджа-апана-гары-хара. Он учит каждого в доме своем поклоняться Божеством. Кали-йога випрарупа-дхари, говорят далее полубоги, описывая, как Господь явится сейчас в Кали-йогу. В Кали-йогу ты придешь как випрарупа, то есть как брахман, и будешь поддерживать санкиртан-дхарму, то есть религию Кали-йоги в виде воспевания святого имени санкиртаны. Ради этого ты не зайдешь как сын матушки Шачи, как Гаурахари. Махапрабху сам громко повторяет Святое Имя. Кришнайте учех спорита расна намаганана крита гранхи. Цитата из читания Аштаки. Господь сам громко повторяет Харе Кришна и Та учех, то есть учех громко повторяет Харе Кришна Махамантру сам Махапрабху. Сам Махапрабху воспевает Святое Имя. Были во Вриндаване, там есть Имлитала. Под деревом в Имлитале Махапрабху сидел вместе со своими четками и, медитируя на Ямуну, 5-6 часов повторял Харинам. Сам Бхагаван воспевает Святое Имя, из чьих уст первоначально изошел Харинам, из уст Радарани, когда она страдала в разлуке с Кришной. Поэтому в Махамантре есть вираха разлука и милана встреча. Например, Харе Кришна, Харе Кришна. Это встреча. Потом Кришна, Кришна, Харе Харе. То есть разделены Кришна и Харе. Поэтому это символизирует разлуку, вираху. То есть сначала встреча, потом випраламха, разлука, потом самхога, встреча. То есть в Святом Имени есть все. И разлука, и встреча. Итак, страдая в разлуке с Кришной, Радарани впервые произнесла Харе Кришна Махамантру. Имя Кришны настолько сладостно, что сам Господь повторяет его. То есть и Радарани произнесла это святое имя, и сам Господь наслаждается его сладостью, воспевая Харинам. Мы знаем Даша Аватара, то есть 10 воплощений Господа. 10 проявлений Господа. Полубоги описывают их и рассказывают. Господь, Ты являлся как Матсья-аватар, Господь в облике рыбы, во время пролая, разрушения Вселенной. Тогда Ты пролил милость на Сатья-врату, на Сатья-врату Ману. Также Ты приходил как Курма-аватар, Господь в облике черепахи. Какая лила связана с Курма-аватарой? Когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, они сначала взяли гору Мандрачалу, но без опоры она тонула в океане. Поэтому попросили Господа принять облик черепахи, чтобы гора покоилась на его панцире и не погружалась в воды океана. И во время этой лилы образовались волны. Видели океан? Видели. Где? В Пуре, говорят преданные. Видели там большие волны? Как они образовались?
Когда Господь во время пахтания молочного океана дышал в облике черепахи, то от Его дыхания исходили волны, и до сих пор они продолжают свое движение. Это Курма-аватары, Господь в облике черепахи, затем Вараха-аватары, Господь в облике вепря. Он достал землю из Расатала. Ведь Ману Махараджу нужно было поддерживать творение, продолжать род людской. А земли не было, она была на Расатале. И поэтому Брамаджи чихнул, из его ноздрей появилось маленькое живое существо, оно увеличилось до огромной формы, это был Варахадев. Он погрузился в воды и из воды поднял на своем пятачке, носике, землю. То есть вернул землю на место в облике Варахадева. Также он убил Вараху, убил Хираньякшу. Вараха есть двух цветов, светлого Шведа и Кришна темного. Были в Мадхуре? Во время Мадхура Парикрамы можно получить даршан обоих этих божеств, светлого Варахи и темного Варахи. То есть он пролил также милость на живых существ, защитив Веды. Следующий аватара — Нарисимха аватара. Он убил Хираньякашипу и защитил своего преданного Прохлады. Затем пришел Ваманадев. Он одарил благословениями Бали Махараджа, пролил на него милость. Кто пришел затем? Парашурам. Что он сделал? На земле были кшатри. Он 21 раз убил всех кшатриев, всех воинов. Потом кто появился? Господь Рама. Что он сделал? Покончил с Раваной, который правил на Ланке. После него Халадхара, то есть держащий плуг, появился Господь. Кто это? Баладева. Затем Будда. Скажите мне, что Будда сделал? Да, Будда установил Ахимса Дхарму, принцип ненасилия, принципы милосердия, сострадания. Кальки Аватара расправляется с мличхами. А Дханвантари, полубог целительства, принес Амриту, нектар Нарада Аватара. Господь в облике Нарада написал Бхакти Сутру. И особенно он хорошо поет Нарадамони Баджайвина. Играя на своей вине, он Радхика Рамана Нама воспевает имена Радхики и Рамана, Рады Кришны. Как Вьясадева, Господь проявил все священные труды, ниджа-татву, то есть татву о себе самом. Вьясадев — это сам Господь, поэтому кто знает славу Его? Он сам и знает. Поэтому Господь, как Вьясадев, проявил свою собственную татву, свои философские истины о самом себе, о своем славе, ради нас обусловленных душ, записал священные труды. Эй, аватары Бхактару Панхари. Далее цитата. А сейчас, говорят полубоги, ты, Господь, не зайдешь в облике преданного. Савапава Баракашта Дживираджани. Ради чего Господь не сходит, как преданный? Говорится, что в Кали-йогу очень тяжело встретить подлинного святого, поэтому Господь сам нисходит как садху, святой, и подает пример. 24 года он живет семейной жизнью, выполняет грехаскадхарму, подавая пример другим, как нужно жить в семье. Атити сева грехаскадхарма, то есть дхарма. Для грехас это атитхи сева, то есть сева атитхи, гостям, а также служение садху и вайшнавам. Махапрабху, следуя этому принципу, в ясе, парашаре, васиштхе, подавал пищу великим мудрецам, которые приходили к нему туда в скрытом облике. То есть служил гостям, служил садху, выполняя дхарму домохозяина. Сама Лакшми готовила, поэтому разве могли обычные души вкушать пищу? Конечно, нет. Сама Лакшми готовила
угощения. Сам Господь угощал этими угощениями. Поэтому кто мог вкушать? Возвышенные личности, мудрецы, необычные души. 24 года там Господь провел семейную жизнь, затем 24 года провел как саньяси. Из них 6 из вторых 24 лет. Он 6 лет путешествовал по тибетским святым местам, а затем 18 лет жил в Пуре, в Камхире. Сангиртан Дхарма Прачара. То есть Господь так проповедовал Сангиртан Дхарму, полубоги описали, как он придет в эту йогу, чтобы проповедовать Сангиртан Дхарму. И он действительно все это сделал. Вместе со своими преданными Господь проповедовал Сангиртан Дхарму и испытывал высшее блаженство в этом. Описывается далее слава Киртана преданных. Так полубоги молились Господу, когда он пребывал в утробе матушки Шачи. Вместе с Господом не зашли и его преданные. Далее приводятся шлоки, которые Гурудев просит запомнить, говоря, что они очень прекрасные, описывают, какая слава танца преданных. Ведь когда преданные танцуют, очищаются благодаря их воздетым рукам небеса, благодаря их глазам очищаются все стороны света, благодаря им стопам чувствуют благословенное себя земля. Гурудев эти шлоки не произносит, просто упоминает. Это читание Бхагавата Ади 182, Ади, вторая глава, стихи 182, 183, 184. Если такая слава даже у преданных, киртаны, которые они совершают, какая же слава у самого Господа? Гангара Параша Хойла Пащита Павана Даршина Павитра Гора и Тамара Гора. Ганга очищает, если в ней омыться, а преданные Господа очищают просто, если получить их даршин, увидеть их. Такова слава преданных, какова же слава самого Господа. Поэтому полубоги возносят хвалу Господу и говорят: «О Всевышний, ты не сходишь в Кали-йогу». Для чего? Бава Веринчата, Ванчата Джапрем, цитата из Баджана. Брама, Шанкара, жаждет прему, редчайшую, высочайшую, которую Махапрабху растет очень легко, фактически направо и налево. Поэтому полубоги возносят хвалу Господа. Господу просят даровать им даршан. Через какое-то время Господь действительно родился на берегу Ганги. В последующем Он являл там свои водные игры. Ганга и Ямуна словно сестры. Однажды Ганга сказала Ямуне: «О, Ямуна, ты такая удачливая, счастливая, ведь сам Кришна играет в твоих водах, а также играет на твоих берегах, водные лилы совершает, катается на лодке, брызгается». Ямуна ответила: «А разве ты неудачлива?» «Ну как я могу быть удачлива?» — сказала Ганга. Ямуна успокоила: «Не переживай, в Кали-йогу Кришна, украшенный цветом тела и настроение Радарани, не зайдет, как Шичинанда на горы Хари, и будет резвиться в твоих водах». Когда Махапрабху играл в ее водах, Ганга то вздымала свои воды, то становилась ниже, и так Махапрабху наслаждался играми в Ганге, плавал там со своими преданными, принимал омовение. Йогешвар Чо Дурлабха. Господь Йогешвара, его даршан очень тяжело получить, но на берегу Ганги преданные могли видеть его. Ананда Брахманда Ята Ача Самангала. Когда Господь родился, все благоприятные знаки были проявлены в эту пурниму, в это полнолуние. Сангиртана Сахита Прамхура Аватара. Цитата. Махапрабху в какое время явился? Во время лунного затмения. Потому что в это время люди воспевали святое имя Хари Бол, Хари Бол. Повсюду были слышны звуки киртана. Поэтому Махапрабху выбрал это время. Я хочу явиться тогда,
когда из уст людей будет доноситься Харинам. Ведь ради Харинама, проповеди Святого Имени, я не зашел в этот мир. Я буду проводить киртаны со своими преданными, воспевать Харибол, Харибол. Поэтому я не зайду в этот мир именно в то время, когда будут слышны звуки киртана. Patitanang bhavani bho, Vaishnavi bho, namo namo.